ну что, друзья, сейчас мы находимся как раз при въезде в поселок Киселевка. Мы работаем в Николаевском направлении в районе Киселевки. Держим оборону, отбиваем атаки противника. Противник несет потери. При помощи авиации мы успешно держим позиции и не собираемся с них уходить. Про которые нацисты говорят, отодвинули наши войска. На самом деле никаких прорывов нет. Держим оборону, все у нас отлично. При помощи Российской Федерации мы успешно уничтожаем врага. Слышно на передовой, буквально передовой, передовая в 10-15 километрах, идут бои, стреляет артподготовка. В основном летит не по позициям, а ближе к мирному населению. Бомбиться просто на самом деле, может быть там и ад, но прежде всего для укронацистов. То есть прилеты в основном идут по поселку. И тех, кто рвется в Херсон нас освобождать. Так как мы предположительно предполагаем, что мы располагаемся именно в поселке. Все нормально, как видите, мы живы-здоровы. Это въезд в Киселевку. Никто ее, как мы еще раз подчеркиваем и подтверждаем, не освобождал и уже никогда не освободит.